Друзья, всем привет, меня зовут СПТ, вы на канале Не Спит. Сегодня у нас 22 сентября, 3 часа ночи, и как всегда мы собрались с вами чекнуть, чем нас сегодня порадует магазин. Я наконец-то уже дома, сил нет, но магаз записать дело святое. Поехали. Так, закинули нам скинчик Део. Это скин прошлого сезона. Деваха у нас была в боевом пропуске, пацанчик вне боевого пропуска. Два стиля. Ну, 4, да, формально. В шлеме без шлема и 2 цвета. Я говорил, скин большой, широкий. И если хотели, чтобы продав... Ну, деваха из боевого пропуска реально получше. Смысла пацана покупать не было. И я не видел ни разу в игре ни одного в этом скине. То есть это прям проходная фигня. Дельтаплан я себе купил. Дельтаплан 800 стоит. Кайфуче. Что в боевом пропуске кайфовый, что этот кайфовый. Просто боевые пропуски ты сверху летишь, здесь ты на нем летишь. Классно смотрится, отлично дельца. Ну, покажу, наверное, вам. Если там новый дельт какой не вышел, покажу. Дельте классно. Обертка тоже очень мне понравилась. И у меня люди спрашивали, откуда я эту обертку взял. Пропустили многие эту обертку. Обертка убойная. Смотрите. Идет, как, я не знаю, как... Ну, тоже космическая какая-то тематика. Как будто метеорит падает. Выглядит классно. Обертка мне очень понравилась. Бегаю с ней сейчас периодически. Следующий слот это Яра за штуку 200 с бэкпэком. О, это она... Я знаю, с кем этот скин вышел. Прикольная деваха, все. Нормуль, выглядит классно. Но у нее это... У нее просто один минус. Она вместе с Робинзоном Джонси за 800. А Робинзон все-таки... Имба. Худой скин. Выглядит очень круто. За 800. Ну, что еще нужно? Офигенный скинчик. Это прям кайфы. Конечно, смотреть на него со спины, когда играешь, на его спину смотреть просто аж больно. Но скин классный, на нем прям побегал нормально так. Ну и девах тоже ничего. Ну, деваху, кстати, почти не вижу. Деваху пару раз буквально видел на людях. Джонси вижу частенько. Кирочка за 500. Тропический топор. Неплохая. Дальше это у нас солдатики. Только они были, вновь закидывают нам солдатики. Игрушечный солдатик трех цветов. Серый, красный, зеленый. И точно так же мужской. Серый, красный, зеленый. Если бы их потертости не было, у меня бы он был до сих пор. Обертка. Обертку мне подарили. Все. Убойные скины за 2К. Арахна. Кайфучая. Тоже, кстати, не столь давно было. Не успел я по ним соскучиться. Арахнит. Убойный скинчик за 2К. Кирочка Хильцера. Кайф. От ударов глаза светятся. И Дельт Черная Вдова. Тоже кайфы. Хороший сет. Хорошо. Здесь у нас остался Капитан Америка. Кто еще не это, ребят? В раздумьях можете успеть урвать. Но тут чисто дельтка. Дельт кирка с бэкпэком смотрится убойно. Капитан Америка. Это тоже на любителя. Что у нас здесь? Здесь у нас новинка есть. Неоновые символы. Ну, такое. Прикольно сделано, что светится, да, от выстрела. Это, конечно, мне нравится. То, что от выстрела светится, мне нравится. Но сам рисунок... Мне сам рисунок не нравится. Может, если бы какой-то кайфучий рисунок был, там, с черепами, допустим, я бы прикупил. Но вот такой рисунок мне не особо заходит. Просто рисунок не так, а так бы и чисто из-за рисунка не беру. Так, что у нас еще здесь? Сафари. Классный скин за штуку 200. Ну, конечно, в Панаме поприкольнее. Вот так поприкольнее. В очках в Панаме, да? Бэкпэк огромный. Неплохой скинчик. Стрелок Брута. Лучший скин за 800. Из тех, что постоянно выходит. Просто must have, как по мне. И, как по мне, в разы лучше, чем добыча ваша любимая. Но стрелок Брута охренительно. И три эмоции. Первая это вой оборотня. Хорошая эмоция. Прям классная. Это ликование. Тоже так. Ну, средненькая. Пойдет, скажем так, пойдет.
И низкий потолок, тоже неплохая. Сегодня эмоции, кстати, 3 по 200 и все неплохие. 3 неплохие эмоции за 200. Нормуль. Нормуль. Тег автора, ребят, все так же у нас SPT-073. И все так же его нужно не забывать указывать, ребят, перед покупкой в магазине, чтобы он у вас вот здесь вот. Вот здесь вот был написан. Да, да, где? Вот, вот так вот. Да. Не забывайте, пожалуйста. Показываем сегодня Джонси. Все-таки новый скин. Не так часто пока что нам еще он мелькал, не надоел. Смотрите, какой на его плечи, конечно, больно смотреть. Просто жесть. Но скинчик сам кайфовый. Давайте спереди. Побегаем чуток. Кстати, кирка это сюда заходит. Кирку такую в теории сварганить он мог. Аккуратно, кирочка за 500. Обертка, смотрим, ребят. Убойная. Дельтик. Дельт кайфово. Да, у нас в боевом пропуске похоже, но это тоже хорош. Жаль, тот дельтик у нас не стилем не выбирается. Типа на один здоровый, ну, который в боевом пропуске. Один здоровый, которым сверху или вот, вот так вот его разбить. Была бы вообще тема. Была бы имбуля, не пришлось бы покупать. Что дельт классно. Хотелось его. По эмоциям. Вой оборотня. Ликование. Вой оборотня мне больше нравится сегодня. И низкий потолок. Сегодня вой оборотня мне больше всего нравится. Что у нас по новостям? По новостям у нас для солдатиков заанонсили. Набор игрушечные солдатики. Прошли огонь, воду и формочки для пластмассы. Но то, что они огонь и воду, видно, что прошли, потому что в говнице в каком-то измазаны. Вот до этого момента они были лучше, до того, как их измазали. У нас, ребят, любители БТС, будет концертик 26 сентября в 3 ночи. 26 сентября это у нас с пятницы на субботу. Дипс. В 3 ночи, как раз когда магазин. У нас будет выбор, посмотреть магазин или же посмотреть БТС. И временный режим. Да. Вам всем спасибо большое за просмотр. Друзья, в ВК у меня был постец, что в какой там день недели, во вторник в 4 часа я буду играть в свою игру вместе с Мавахой и Тузом. Поэтому приходите на трансляцию. В группе ВК можете почитать постец, увидите. Ну или у гамбитов в официальной группе, у них тоже есть постец. И жду вас на трансляции 21.30 во вторник по расписанию на моем Twitch-канале. Ссылку на Twitch-канал найдете в описании. Пока.